что сделал с тобой Блэкмор. Каждый раз, когда я пыталась указать тебе верный путь, ты делал так, как говорил он. Я пыталась доказать, что нет легких путей. Я думала, ты послушаешь меня. Ну и тогда мы тебя впустим, здесь безопасно. Осторожно, оно приближается. Ну все, братан, у тебя проблемы. Слушай, смотри, к тебе лезет монстр. У тебя проблемы. Ну все, ты труп, чувак. Смотри, к тебе лезет монстр. Мужик, лезь ему. Эй, ты там, у нас для тебя кое-что есть. Это тебе поможет. У тебя, чувак, совсем крыша поехала. Держись от нас подальше. Мужик, тебе здесь нет места. Мы не хотим, чтобы на нас напали эти твари. Вы ошибаетесь. Здесь взялась, так же опасно, как и везде. Помоги нам! Вы никуда я не спешите от закона, от справедливости. Черт, от меня! Да помоги же! Если вы не выйдете добровольно, ваша его. Смерть сама придет за Эй, вами. Эй, что ты делаешь? Выходите! Черт, да помоги вы же! Ведь... Он рядом, мать его! Охота началась! Черт, он чуть не грохнул меня. Зачем ты привел его сюда? Ты молодец, Ти! Черт, посмотри на Ленни, почему ты ему не помог? Выродок поганый! Как и почему они явились к нам. Этого никто не знает. Но запомни, они повсюду.
слышишь? Дамы и господа, шоу начнется через несколько минут. А пока я хотел бы представить вашему вниманию одно из великих произведений искусства. Что может быть лучше поэзии для усмирения диких тварей в это неспокойное время? Дайте мне дуй! Провел я поле с поделитесь! Да, точняк! Страшных вот так! Еще! Была полна! Еще. Я Господом клянусь, такой второй ночью не купил бы я мира целого счастливого! Да, Еще. Дайте мне как дуй! Как ангелы кто меня сопровождайте до горького, до смертного конца! Когда ж меня настигнет сталь разлуки, как жертву пусть внесут молитвы ваши, мой дух на небо! С Богом в путь ведите! Последние новости в этом выпуске. Чудовища превратили улицы Балтимора в настоящий ад. Силы полиции не могут восстановить порядок. Кажется, нашему герою Торку предстоит пройти все сначала. Печально, не правда ли? Эти твари, побоища, твоя семья, сомнения о прошлом. Все возвращается. Как сиквел какого-то фильма ужасов. Тебе не кажется? Обычно дети не способствуют популярности постановки, но с их помощью легче вызвать жалость. Возьмем, к примеру, твоего сына Кори. Ты понял, папа? Я ведь все показал тебе, да? Знаешь, я всему научился у тебя. Ты стал примером и научил меня решать проблемы. И я воспользовался твоим уроком. Ты ведь гордишься мной, папа? Ну и ну. Кори мог бы стать прекрасным материалом для изучения, если бы не был так необратимо мертв. Но мне это подходит. Думаю, исследование его серого вещества поможет мне лучше понять, почему он стал таким. Но что ты сделал, чтобы подтолкнуть его к этому? Твой сын знал, как играть в игру, и отлично сумел показать это. А теперь посмотрим, как у тебя дела. У меня есть друзья, которые помогут подхлестнуть твою память. Они пришли по твою душу. Давай. Игра продолжается. Актеры всегда знают, когда нужно превзойти себя. Ты чувствуешь, что теряешь контроль? Сраться. Начинается настоящее шоу. Как приятно видеть твою настоящую сущность. Теперь ты чувствуешь, как это должно быть. Рад, что ты вернулся. Я с удовольствием сыграю с тобой.
круг и замкнулся, правда, Торг? Может быть, это к лучшему, но я боюсь, что тебе понадобится все, что есть в запасе, если ты хочешь выжить. Используй свои способности с умом. Тогда ты поймешь, что только они тебе помогут. Эту преграду. Надеюсь, ты знаешь, о чем я говорю.